Звук отрываемой тонировочной пленки от стекол авто инспекторы ГИБДД услышат еще не раз. Рейд по тонировке всегда проходит по одной схеме. На центральной улице города сотрудники госавтоинспекции провели рейд по пресечению нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобиля. И в первые часы уже выявили нарушителей. Каждому штраф 500 рублей и предписание на устранение недостатков. Если за сутки ничего не исправят, то водителя привлекут к административной ответственности, вплоть до административного ареста. Затемненность, либо тонированность стекол, как передних, боковых, может привести к тому, что у водителя будет ухудшен обзор и видимость на дороге, что может привести к факту дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция призывает всех автовладельцев привести свои автотранспортные средства в соответствии с требованием безопасности. Подобные рейды начались с наступлением теплой погоды и будут проходить регулярно. Валерий Седов, телекомпания «Город».